Выплата к празднику. Губкинская соцзащита сообщает, ежегодно ко дню пожилых людей губкинцы старше 60 лет могут получить материальную помощь. Выплата автоматически назначается тем, кто состоит на учете и получает какие-либо другие виды финансовой и социальной помощи. Но если человек живет в Губкинском, достиг пожилого возраста, но на учете в органах соцзащиты не состоит, то ему необходимо обратиться в соцзащиту. Они могут обратиться в МФЦ с заявлением, они могут обратиться через портал госуслуги с заявлением о назначении этой выплаты и, естественно, указать реквизиты, куда перечислять денежные средства. И сделать это надо желательно, вот, чтобы вовремя получить до, естественно, наступления этой даты, до 1 октября. Размер выплаты в этом году 1122 рубля. Деньги зачислят на карту вашего банка, либо выплату можно получить в почтовом отделении по месту жительства. Подробную информацию можно получить по телефону 30526.